При наступлении социальных рисков Государственный фонд социального страхования компенсирует часть утраченного дохода в дополнении к государственным социальным пособиям. Социальная выплата на случай утраты трудоспособности назначается на весь установленный период утраты трудоспособности до достижения пенсионного возраста. Социальные выплаты на случай потери кормильца осуществляются детям умершего родителя до достижения ими совершеннолетия. Но если дети являются студентами по очной форме обучения, то они будут получать социальные выплаты до 23-летнего возраста. Социальные выплаты на случай потери работы получают зарегистрированные в качестве безработного. Социальная выплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами выплачивается на все дни декретного отпуска, в котором находится женщина. При усыновлении или удочерении новорожденного ребенка или детей также осуществляются выплаты, связанные с декретным отпуском. Социальные выплаты по уходу за ребенком до 1 года получают родители, которые ухаживают за ребенком. Государственный фонд социального страхования. С заботой о вашем благополучии.